1983 году после окончания средней школы поступил в Калининградский машиностроительный техникум. В 1987-м призван на срочную службу. После демобилизации работал тренером по конькобежному спорту в спортклубе «Вымпел». В 1992-м окончил Московский авиационно-технологический институт. На последнем курсе устроился техником в НПО «Энергия». После получения диплома на должность инженера-технолога. Разрабатывал техническую документацию для тренировок и испытаний в гидроневесомости, в самолете-лаборатории и на динамическом стенде. В 1996-м отобран в отряд космонавтов РКК «Энергия». Прошел двухлетний курс общекосмической подготовки. Однако решением главной медицинской комиссии признан негодным к спецтренировкам. И все же через полгода его зачислили в отряд космонавтов и присвоили квалификацию «космонавт-испытатель». Свой единственный полет Константин Козеев совершил на корабле «Союз ТМ-33» 21 октября 2001 года бортинженером второй экспедиции посещения МКС вместе с Виктором Афанасьевым и первой женщиной-космонавтом Франции Клоди Эньере. В программу девятисуточного полета входила плановая замена на станции корабля-спасателя, научно-технические исследования и эксперименты по российско-французской программе «Андромеда». Все трое выполняли медицинский эксперимент «КОГНИ» — исследование взаимодействия вестибулярного аппарата и органов движения человека в невесомости. Прекрасное чувство, невесомость. Но, слава богу, встретил хорошо его. Неожиданно. Также космонавты подготовили к работе установку «Плазменный кристалл» для изучения состава и свойств плазменно-кристаллических структур в условиях микрогравитации. Через 9 дней, 31 октября, экипаж возвратился на Землю. После этого полета Константин Козеев служил в отряде космонавтов еще 7 лет. Не один раз входил в состав дублирующих экипажей, но в космос так больше и не полетел. В 2008 году Константин Козеев ушел из отряда. С того же года работает инженером в РКК «Энергия». Константин Козеев – мастер спорта по конькобежному спорту. Участвовал во всесоюзных и международных соревнованиях. Награжден медалью «Золотая звезда» Героя Российской Федерации и медалью «За заслуги в освоении космоса».